Вебка. Микрофон, так, один, два, три, четыре. Я считаю, пять, шесть, семь. Семь ЧВК. Итак, господа, установилась библиотека, установился воздушный фильтр, и мы начинаем устанавливать воздушный фильтр, я поставил раньше. Давайте установим. $10 000, третий уровень доверия лыжника. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот здесь он начинается, вот такие вот фильтры стоят, огромные просто, уходят они в вытяжку. Вот, правда, вот тут переход, текстура интересный такой. Вот, вот эти фильтры запасные. Вот здесь ящик инструментов, большой генератор, я так понимаю, и бочки. Вот, вот так это теперь установлено. Вот он, пожалуйста. Если мы на него нажмем, мы сюда можем устанавливать, получается, воздушные фильтры, я так понимаю. Посмотрим. В дальнейшем появилась еще одна камера, кстати, видеонаблюдение. И вон там еще. То есть видеонаблюдение у нас теперь здесь во многих местах. Вот еще две, пожалуйста. Так, переходим к следующему элементу. Библиотеки. 400 000 рублей. 8 уровень памяти. Дополнительно дает нам дополнительный опыт рейди. Плюс 15% ускорения прокачки группы умений на 30. Устанавливаем. И идем смотреть, что установилось. Собственно, вот. Поставлены кресла, журнал, книжечки, вязание. Вот на этом коврике можно сидеть и читать. Здесь опять же лошадь. Небольшая подсветочка. Вот. Что еще? Куртка, по-моему, висела. Ну и книги, набор книг. Вазочка. Еще один. Светильник. Вот так это выглядит. Ну и продолжаем прокачивать убежище дальше. Пока.